Дорогие друзья и гости моего канала, каждый год день прощения мы всегда собираемся у мамы и просим у друг друга прощения. Пользуясь случаем, я решила вам показать мамин цветок, долларовое дерево. Ей когда-то подарил папа, ей уже более 15 лет. Я уже устал. И вот также у нее есть еще фикусовое дерево, которое она разукрасила сама. Вот, и бутоны у нее расцвели. И вот еще денежное дерево. Если вам понравился, дорогие друзья, этот ролик, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Спасибо за просмотр!